Всем привет! Вы на канале «Жизнь в Турции». Меня зовут Юля. Раннее солнечное утро в городе Кушедасы. И я приехала на пляж. Это пляж «Фантазия Делюкс Отель». А именно я приехала сюда, чтобы покататься на водном спорте, а именно полетать на парасайлинге. Здесь есть большой выбор различных водных машинок, джетски, катание на парашютах и многое другое. И сегодня вот я решила воспользоваться случаем, удобным случаем, и приехать сюда полетать на парашюте. Ну и какие у нас здесь сейчас цены на водные виды спорта? Предположим, джетски. Разные виды джетски, разные цены в зависимости от минут. Так, есть у нас диско-сафари, которые здесь предлагают. Можно вот на таких вот водных машинках плавать. Называется это джетскары. Вот они, разные виды, есть красные, есть белые. Вот, как-то у меня кто-то из подписчиков спрашивал вот о таких вот полетах на флайборде. Здесь вот оно тоже есть. Так, что у нас еще есть? Скутеры, сапы, плавать под водой. Ну, разумеется, такие развлечения, как различные бананы. Тоже цены вот здесь вот указаны. Ну и модные, конечно, парасайлинг. Очень многие любят на нем летать. Есть вот тройные, двойные, одиночные. В зависимости от минут и от количества людей, летающих на парашюте, меняются цены. Здесь также предлагают бот-туры. Есть частные. Так, ну и дайвинг, цены. Я показала вам цены, которые сейчас, в 2024 году, на водные развлечения. Ну а час пик, ради которого я сюда и приехала, то, ради чего я встала так рано и приехала на этот пляж. Ну вот, время подошло. Поехали! Техника безопасности превыше всего. Одевают. Одели. Так. Все, замечательно. Приготовили уже наш парашют. И вот скоро мы будем также летать. Ну а с этой стороны у нас пляж отеля «Фантазия Делюкс» и сам отель. Oh!
15 минут назад нас вот так же садили и вот снимали воздух. Но время пролетает весьма быстро. И вот мы уже здесь. Впечатление, конечно, потрясающее. Если есть возможность себя побаловать и порадовать вот таким вот полетом, то обязательно это сделайте. Мой полет на парасайлинге уже и подошел к концу. Это было реально здорово. Ну а я, как всегда говорю, остаемся на связи, не забываем подписываться. И все, всем пока-пока, до встречи уже в моих новых видео.